Даже не знаю, ну, как бы с чего начать. Начнем со стены. Она великолепна, она полностью не обработана, девственная стена. Короче, я вот сейчас стою спиной к входной двери, и вот, собственно, это, так сказать, кухня-прихожая. Ну, в принципе, здесь есть место для прихожей отдельное, но это нужно делать, а я ничего не буду делать, само собой. Как видите, квартира сразу видно довольно, ну, для меня лично она кажется большой. То есть вот я стою, вон там я по ночам, как вы думаете, что делаю? Правильно, сплю, и, блин, туда, наверное, ну, я не знаю, метров, наверное, 8-9 расстояние, то есть, ну, это прилично вообще. Габариты квартиры 52 квадрата. В принципе, это, мне кажется, это многих волновало, да, все-таки это важно. Так же важно, как тушенка с макаронами. Давайте, пацаны, 5000 лайков и мой фирменный рецепт тушенки с макаронами. Хотя, на самом деле, хер ли там рецептировать, просто берешь тушенку. И как вы думаете, что? Правильно, макароны. Короче, я думаю, что еще всех очень интересует цена данной квартирки. И знаете, я сразу ее не скажу. Я скажу ее где-то посреди видоса, чтобы вы видео посмотрели полностью, да? Они просто в конец перемотали или сейчас узнали цену и выключили видос. Короче, давайте уже делать обзор квартиры нормальный. Короче, вот дверь. Но эта дверь такая, знаете, древняя. Это древняя дверь, она, ну, из красного дерева, сами видите, да, то есть, ну, камера, может быть, цвет не передает, тут скорее коричневое дерево, но дверь древняя. Но, скорее всего, эту древнюю дверь прикрывает дверь помоднее, покруче. В общем, это настоящий титан, хрен вы когда пробьете. Блин, помню, на прошлой хате жил, и там какие-то школьники постоянно ко мне ломились, хейтеры, возможно, подбрасывали мне под дверь всякий кал. Один раз даже под Новый год подкинули мне под дверь яйца, я на них наступил, и было не здорово. Короче, ну да, видите, тут, конечно, нужен ремонт везде, но это, кажется, дело наживное, и, само собой, я этим никогда не буду заниматься. Ну, может быть, и буду, посмотрим, по настроению. Я человек настроения. А здесь у нас, друзья, самое главное, то есть без чего не бывает никаких вообще домов, это туалет системы «Толчок». Собственно, вот. И здесь есть такой интересный схрон, друзья. Не знаю, что там лежит. Вот вам сейчас видно? Это что такое? А, это просто какие-то дырки. Ну, короче, я там еще не лазил. Хз, что там находится. Так. Это пока что такие убогие столы на первое время. То есть, понимаете, я здесь уже 1,5 месяца живу, но пока что я ничего не трогал. То есть, вообще ничего. Ничего не выкидывал, потому что, ну, вдруг, мало ли что, там сорвется сделка там в последнюю секунду, и все, и скажут: а что ты выбросил там фамильный стол, который мне подарил там дед, этот трофейный стол, я не знаю, там из Берлина, из Парижа. Ну, видно, да, видно, что он трофейный, да. Но вот сейчас, так сказать, наконец-то я стал владельцем, поэтому теперь эти вот всякие табуретки, вот это все я, наверное, буду потихоньку выкидывать. Собственно, здесь есть короче, наверное, вы уже внимание обратили, газ вылетает потом. Здесь просто капец, какие высокие потолки. Вот давайте вам, так сказать, наглядно покажу. Мой рост 1,87 м. Смотрите, я поднимаю руку, это где-то получается, ну, 2,40, да, то есть, ну вот, да. И смотрите, сколько еще вверх. Вот для наглядности я беру метровую железную, метровую, да? Да, метро, смотрите, я ее беру в руки, смотрите, елки-палки. И даже так я не достаю до самого потолка еще сантиметров, наверное, блин, ну 15. То есть, ну, кто математик, посчитайте, сколько будет 1,87 м, плюс моя рука, ну, где-то еще, я не знаю, блин, сантиметров, хз, 60-70, плюс еще метровая палка в руках. Ну, короче, потолки здесь капец высокие, но это не сталинка. Это не сталинка, вообще довольно, так сказать, уникальный дом. Я не буду вам говорить, что за дом, потому что тогда вы его довольно легко найдете, и нахер оно мне спрашивается надо, правильно? Вот. Таких домов в Туле, мягко говоря, немного. Это не сталинка. Ну, в общем, здесь я готовлю похавать. Ну,
да, конечно, плитку помоднее сделать, тут вот, не знаю, что там, еще плитки наложить, может быть, обои заклеить, вскрыть коммуникации, вода, газа, трубовые, вот это вот все дерьмо убрать, помоднее поставить, как это слово называется, господи, да, человек заработал на квартиру, но не помнит слово, раковина, вот, в общем, это, вот, поменять ее на более модную раковину, это все то, чего я делать не буду, потому что мне лень, серьезно, а может быть и буду, опять-таки, все по настроению, короче, это, как бы, получается, кухня-кисин туалет, это важно, то есть, а что, я один, что ли, с туалетом буду, правильно, короче, кстати, здесь есть еще и Кысина квартира такая, ну, малогабаритная, но мы вот в такой стране живем, что даже такие квартиры пользуются спросом. Ее я взял в ипотеку, да, вот за нее не расплатились еще. А эту квартиру я взял без ипотек, без кредитов, без всего такого, без помощи родителей и так далее. То есть, ну, знаете, я всегда понимал, что... Ну, жилищный вопрос – это самый главный вопрос, самый такой тяжелый в нашей стране, правильно? Знаете, такой видос-подкаст. Это вот, я не знаю, как это назвать, тамбур, переходник между кухней, получается. Да, кухня, блин, капец большая, после вот той хаты, знаете, надо будет ванную потом не забыть показать. Кухня тут 12 квадратов, представляете? В этих хрущевках, где я жил раньше, кухня такие маленькие, ну, даже меньше, чем, наверное, вот эта вот вся территория. То есть, ну, я не знаю, там втроем уже тесно, серьезно. Вот, а здесь просто, не знаю, здесь можно на велосипеде кататься. В принципе, здесь, вот видите... Была стена и была прихожая. Может быть, когда-нибудь я это, конечно, сделаю, в скобочках нет. Короче, знаете, это некий тамбур. И здесь есть вот такая тема, называется кладовка номер один. Вот, собственно, ну, здесь ничего интересного пока не хранится. Кладов у меня нет. Но если у вас есть соленья, варенье, я готов их принять в дар. Короче, что я говорил? Ладно, потом. Ну, собственно... Смотрите, кто тут лежит, чилит, здорово, привет, Кыся, скажи привет всем. Скромная, молчаливая девочка. А вот, кстати, я. Ну, я в смысле, блин, а где я, кстати? Ну, вроде бы справа, хотя могу ошибаться. В общем, кто-то из них – это я. А в этой комнате я сплю. Здесь, в принципе, ремонт вполне приличный. Приличный стол стоит. Шкаф приличный, паркет из красного дерева на заказ из Африки, Баобаб. Обои тоже довольно модные, современные. Делались они, видите, они такие синенькие. Это из кожи племени Нави из фильма «Аватар» на заказ. Специально для меня, я большой фан этого фильма. В скобочках фильм «Полное фуфло». Соответственно, тут здесь есть шкаф, который мне нахер не нужен. Наверное, я его выкину, потому что он очень старый и очень шумит. А здесь я, ну, сплю. Вот рюкзак, в школу хожу, да. Вглядите, какой гигантский подоконник. Просто, ну вот моя рука здесь полностью помещается. То есть, ну не знаю, подоконник, ну, сантиметров, блин, 60. И вы гляньте, насколько широкая, опять-таки, стена здесь. То есть, дом очень крепкий, я думаю... Да, есть какая-то трещина, конечно, но ничего, замажем, все будет нормально. Блин, фокусировка, давай, солнышко. Давай, на русской березоньке, а где же еще? Короче, особо вам не буду показывать вид из окна, потому что, ну, а то спалите. Но, смотрите, стена очень широкая, просто капец широкая. Где-то раза в полтора шире, чем вот в хрущевке, соответственно, в которой я жил. Проживал. Ну, тут тоже, конечно, надо такую некую косметику навести. Короче, вот в этой комнате я сплю. Она, в принципе, довольно, ну, не то чтобы прям гигантская, но мне здесь нормально, уютно, даже вместе с Кысей. Кыси так вообще просто отлично. Кстати, вот таблеточки попиваю от сердечка. Ну, а что вы думали, чуваки, возраст уже не тот. Вот я уже хожу, так сказать, по... квартире с телефоном и уже начинаю задыхаться, просто жесть, чуваки, ну, сами понимаете,
пенсия уже, так сказать, не за горами. Такая модная дверь, правда, стекло достал, потому что, короче, у меня все было тут, документы, бабки, ключи, кыся, все было здесь. Я закрыл эту дверь зачем-то, а она вот изнутри была закрыта, и в итоге, блин, видосы на ютубе были просто охеренные, типа, как вскрыть замок с помощью ножика. Там такие советы в стиле, просто потыкайте в замок ножиком, и все откроется. Ну, отлично, спасибо, совет. Спасибо за совет. В итоге просто я достал стекло, и вот так вот, ить, вот такие вот лайфхаки. Короче, друзья, микроволновочка, куда же без нее. Модный персидский ковер под ногами, небольшой тренажерный зал для начинающих бодибилдеров. И здесь, чуваки, просто какое-то невероятное нововведение. Я такого никогда не видел. Смотрите, мигает. Мигает, представляете? То есть, опа, включили, не мигает. Допустим, идешь такой в темноте, думаешь, куда же мне идти? Опа, мигает. А здесь у нас ванная, ну, как бы обычная ванная. Здесь у нас кошачий уголок, скажем так, и кладовка номер 2. В этой кладовке, в отличие от той, потолки такие же. Ну, блин, сейчас я, наверное, не могу, никак тут свет никак не робит. Но здесь потолки такие же, как во всем доме, то есть, ну, больше 3,5 метров. Кыся пришла на ревизию. Кыся, давай вылезай отсюда. Ладно, хер с тобой, сидит там дальше. Короче, здесь, я не знаю, здесь, наверное, можно разместить... тут и так уже вещей до хера, да, всякие какие-то кружки, москитные сетки, пылесосы, кыси. Ну, в общем, здесь, наверное, можно разместить... Музей поле чудес, я хз. Короче, ладно, кыся, оставайся, давай, там удачи тебе. Держись, солнышко. Здесь, ну, получается, типа гардероба, я не знаю. То есть, тут мои куртетки висят, там кеды. Здесь тоже нужен свет, пока что я данным вопросом не занимался. Так вот, здесь моя, так сказать, стримерская комната. Ай, я ударился плечом. Ну, эта комната самая маленькая, но это вообще, ну... как сказать, не комната, потому что вот эта стена, она гипсокартон, то есть ее вообще здесь быть не должно, ее я 100% буду убирать, и будет гигантская комната, больше 20 квадратных метров, и да, тут пока что такие старенькие диванчики, все такое старенькое, олдовое, в общем, здесь мое шматье, а здесь я специально приготовил закуток для своего хорошего друга Анатолия Мячина из города Мичуринска, все вы его прекрасно знаете, в общем, Толян, если смотришь видос, будешь в Туле, заходи, поживешь вон там тоже какие-то картонки, короче, что я говорил, чуваки, давайте сейчас вот... присядем, отдохнем и продолжим видос. Я вам пока расскажу, что я говорил. Я всегда знал, что в России жилищный вопрос – это очень тяжелый вопрос. Как за рубежом, не знаю. Может быть, в Америке всем квартиры раздают бесплатно, хотя вряд ли, судя по фильмам и так далее, у них все живут в кредитах. Но, окей, это их дело. Но я знал, что в России заработать на квартиру очень тяжело. Сами понимаете, какие у нас зарплаты и сколько стоит жилье. И вот, друзья, как раз таки давайте я вам скажу, сколько стоит эта квартира. Можете поставить на паузу, попытаться в комментариях угадать. Раз, два, три. 2,8. Вот такие вот дела, друзья. 2,8. Возможно, кто-то скажет, что это капец дорого. Ну, если вы живете не в Москве, не около Москвы, то да, наверное, дорого, какой-нибудь, не знаю, в какой-нибудь там далекой области, в далеком городе маленьком, за такие, извиняюсь, тушенка, за такие деньги можно, наверное, купить, я не знаю, ну, трешку с офигенным ремонтом, да даже в нашей области, в маленьких городах, можно купить квартиру за такие деньги, очень хорошую, даже четырехкомнатную. Но смысл в таких городах жить? Вы скажете, Антон, да ты все равно сидишь дома. Типа, ну, соглы, абсолютные соглы, но я покупал квартиру не для того, чтобы жить. Ну, в смысле, конечно, чтобы жить, но эта квартира – это вложение денег. То есть, сами понимаете, деньги, они обесцениваются. Как бы наш рубль не был великолепен, но с каждым днем, с каждым годом
плюс инфляции и так далее. Короче, ну, Антон Чейз известный экономик. Но, тем не менее, денежки обесцениваются. А жилплощадь, даже херовая, даже очень убитая, она всегда в цене. Потому что это и прописка, и так далее. А у нас, опять-таки, в России это жесткий вопрос. Такие вот душевные разговоры, чуваки, за жизнь. Сами понимаете. Все вы с этим столкнетесь. Нет, может быть, кому-то из вас там мама подарит квартиру и так далее. Я же понимал, что мне... Ну, мои родители живут, ну, не очень богато, прям-таки совсем не богато, и поэтому я прекрасно понимал, что никакой помощи от них не будет. Также у меня нет девушки, которая, допустим, ну, не знаю, там, тоже могла бы там у своих родаков попросить на квартиру, да, там, какой-то взнос первый или еще какую-нибудь тему. Нет, такого у меня тоже нету, я один. У меня есть кошка, но шанс того, что кошка дала бы мне бабок на квартиру, довольно маленький. Но больше, чем шанс того, что я найду себе девушку, да? Наверное, да. Ну вот, поэтому я понимал, что надо. И вот, когда данная сумма, так сказать, набралась, я взял и решил. Это было довольно спонтанное решение, на самом деле. Но меня дико запугали новости про то, что рубль упадет прям жестко, там, деноминации и так далее. Что-то подумал, блин, нахера так делать? Короче, давайте я лучше в хату вложусь. И, собственно, вот и... вложился, и, собственно, вот я и здесь, в этой квартире. Так вот, цена ее, да, кто-то скажет, мало. Да, нет, если вы живете, конечно, в Москве, в Петербурге, да, в Москве за такие деньги можно купить. Вы знаете, где-то год назад начали такую тему рекламировать в Москве. Квартиры в 9 квадратов, серьезно. То есть там, вот, ну, вот эта вот комната, да, все. Ну, есть туалет небольшой, ванная, душ, наверное, да, все. И вот такие хаты стоят около вот 2,5-3. Ну, чисто под прописку, если чтобы работать, да, и все. Но, блин, я бы на 9 метрах, наверное, сошел бы с ума. Вот, а эта квартира, она очень большой, мне кажется, на фоне предыдущей. Потому что там было 30 квадратов, здесь 52. Плюс это центр Тулы, чтобы вы понимали. Если вы из Тулы, вы сейчас меня поймете, до Кремля 5 минут ходьбы. Понимаете, о чем я? 5 минут до Кремля. В любом городе место около Кремля – это круто. Вот поэтому такая хата всегда будет в цене, и я уж точно не прогадаю с ней. И знаете, еще какая тема бывает? Когда я что-то покупаю, всегда в комментариях находятся умники, которые говорят, что «Антон, ты там облапошен, я бы за такие деньги купил бы круче». Когда я покупал компьютер свой, который до сих пор работает, работает отлично, покупал я его 3 года назад за 80 тысяч и, по-моему, выкладывал фотку характеристик его и комментариев в стиле «Антон, комп полное говно, я бы за такие деньги купил бы себе 128-ядерный, 200 гигабут видеокарта и так далее». Да, друзья, я понимаю, что вы бы за эти деньги купили бы квартиру себе 28-комнатную, 15 этажей, и жили бы прям, не знаю, вместе с Путиным, я не спорю. Но вот я на вещи смотрю реально. Вы можете зайти на Авито и посмотреть цены на жилье в Туле. Меньше 2, наверное, 1 300 000 нормальную квартиру не купить, даже однушку, а это 52 квадрата, это будет 30 квадратов, да, нахера так надо? Но мне хочется простора, а здесь еще и потолки высоченные. Когда ключи сдавал от той квартиры, я как будто бы в какой-то скворечник зашел. Там, на прошлой хате, я не шучу, я рукой до потолка дотягивался, охереть. Короче, друзья, мне квартира нравится и место классное. Давайте дальше делать обзор. Так, ну это стримерская, опять-таки, да, собственно, вот мой компуктер. Да-да-да. Опять гигант, блин, стена, конечно, просто жесть. Я не знаю, мне кажется, ее бомбой не пробить. Надеюсь, никто этого делать не будет. Конечно, кресло уже, так сказать, пострадало от моей задницы. Ну, годы никого не щадят. Здесь виды Криволучья. Криволучья, если вы не знали, это окраина Тулы. Вот там хаты дешевые. Там можно взять хорошую хату с хорошим ремонтом. Дешевле, блин, почти на 1 000 000, я не шучу. Но это такой довольно жопяной район. Короче, погнали дальше. До свидания, шкаф. И, друзья, ластецкая комната, она довольно просторная. То есть... Да, конечно, полы в этом доме, ну, не то чтобы прям нужно менять, они довольно сейчас, ну, крепкие. То есть они не хрустят под ногами, не проваливаются.
перекрытия железобетонные. Но линолеум покрыть или там какой-нибудь паркет, не знаю. Ну, опять-таки, все это со временем. Нужно заработать бабла, сами понимаете. Стрим сегодня. Донатик в описании. Ладно, короче, ну вот, видите, эта стена, она... Слышите? Она, это какой-то гипсокартон, я хз, короче. Ну, а это, друзья, кстати, вид на реку Упу. Тоже, между прочим, Тула. Я тут отдыхал. То есть эту стену я разнесу, даже не пожалею, роскошный вид. Вот такая вот комнатка. Я не шучу, за полтора месяца я здесь, наверное, провел в сумме меньше 3 часов времени. Серьезно. То есть эта комната для меня не жилая, здесь пока что живет вот эта вот мадам. Это вот мадам здесь живет. Не знаю, вам начинает мадам не видно, но это, короче, крыся. Но когда я снесу эту стену, вы просто гляньте, какие просторы. Мраморный потолок. Снесу стену, и будет просто гигантский зал. 2 квадратных метра. Вау. Ну, конечно, я уверен, что половина из вас живет в замках, в коттеджах. И у вас, наверное, только туалет 22 квадратных метра. Но, опять-таки, я на вещи смотрю реально. Здесь балдежный вид из окна. В скобочках дорога. Ну, в общем, чуваки... Еще раз привет. Как-то так, вроде бы все, что хотел. Мне кажется, хорошая хата за такие деньги, разумные, вполне. Даже вот моя хата, которую я снимал, сука, я ее снимал 6 лет. Столько бабла потратил на аренду, ну ладно. Даже та хата, она была полностью... Ты сиди сюда. Иди сюда, бандитка. Царапайся. Ух ты, кыся. Иди сюда. Кс-кс-кс. Да, ясно. Ну, вот так вот у меня по жизни. Короче. Я злая. Блин, что я говорил? Даже прошлая моя хата, которая была, ну, убитей вот этой вот, она была меньше, однушка, 30 квадратов стоит где-то 2,2 сейчас. Чтобы вы понимали, какие в Туле цены на жилье. Они очень большие. Я думаю, что Тула, ну, в топ 10 по ценам на жилье в России по регионам точно входит. Ну, потому что до Москвы близко. 1,5 часа в лайне, и ты в Москве. В общем, я этой квартирой доволен. Не знаю, буду здесь жить всю жизнь. В принципе, она балдежная. И место балдежное. Тут еще очень такой уютный дворик внутри. В общем, много чего интересного и красивого повсюду. Но я на улицу не выхожу почти. Вот. Что еще сказать? Наверное, все. Наверное, пока. Наверное, увидимся совсем скоро. Ставьте лайки.